Юношеский турнир по пауэрлифтингу прошел в селе Михайловка. Более 30 спортсменов вышли на помост в день соревнований. Большинство участников – начинающие атлеты. И дух соперничества должен был помочь новичкам установить свой личный рекорд. Вес взял. Самое главное для дебютантов – это выйти на помост и побороть свой страх перед зрителями, перед своими сверстниками, показать свою силу. Это самое главное – мандраж. А то, что поднять, естественно, они поднимут свои килограммы. Украсили турнир три девушки. Две недели прошло, как Виктория Арбатова из Михайловки вернулась в спорт. Виктория стала мамой несколько месяцев назад. Сейчас вновь занялась пауэрлифтингом для поддержания физической формы. Вике удалось завоевать бронзу на соревнованиях. Веса здесь – это одно, а ребенок, который целый день, хоть небольшой вес, но он целый день на руках, как бы все равно дает о себе знать. Уссурийская спортсменка Кристина Данкевия около года не занималась пауэрлифтингом. Перерыв сказался на ее физической подготовке. Если раньше Кристина Становутягу делала со снарядом весом 100 килограммов, то теперь только 80. Тайм-аут спортсменка взяла после неудачного выступления на соревнованиях. Раньше когда нормально занималась, хотела стать кандидатом мастера спорта, но мне не хватило несколько килограмм. Не смогла сделать. Михайловский спортсмен Шухрат Саидов, по мнению судей, подает большие надежды. Этот вид спорта он выбрал, чтобы нарастить мышечную массу. При своем росте в 170 сантиметров он весит всего 53 килограмма. За первый месяц тренировок Шухрату удалось набрать 2 кило и значительно улучшить свои показатели в выполнении упражнений. Легко удается, потому что я пришел месяц назад и вот тянул всего 40, сейчас 85 тянул. Очень легко, каждый день хожу на тренировки. Я сам этого хочу. Свои силы на турнире пробовал и Вадим Бабиков. Подопечный Александра Мыльникова тренируется всего первый год. Начал выступление спортсмен в становой тяге со 115 килограммов. И постепенно решил увеличивать вес снаряда. Сегодня хочу хотя бы 120. А вообще в дальнейшем, буду, наверное, серьезно этим заниматься, думаю. Вадим Бабиков занял второе место в турнире. В общекомандном зачете сборная уссурийска завоевала серебряную награду. Золото осталось у хозяев, атлетов из Михайловки. И впервые за 15 лет в призеры выбились гости из Спасска-Дальнего. Они на третьем общекомандном месте.